я тоже так могу. Ты? Да ты даже не можешь создать из альфа-дыр элементарную субмолекулярную квадриструктуру. Кто это говорит? Ты? Ты ведь тоже не можешь. Прекратите. У нас и так немного времени. День рождения принца Чаня в самом разгаре. Необходимо скорее отправить Сэма и Фанни. Это было проще простого. Что дальше? Ты замечательно справился. Думаю, теперь ты готов к настоящей схватке. Что? А до этого что было? Компьютерные игры? Ну, неважно. Давайте продолжим. На планете Чипанчики будут тебе стараться помочь. Но они мало что могут сделать. Они живут в постоянном страхе быть с этим принцем Чанем, пособником Метро. А что самое для нас больное, так плачь, что трава не дольем. Будем надеяться, что в туалет Чан не ходит. А сегодня у него день рождения. На главной площади будет праздник. У нас есть план. Да, вот план. Ты входишь в город. Приходишь на день рождения в Чане. Уничтожаешь его и его выйдя. И забираешь часть медальона. Просто, но эффективно. А можно еще раз повторить? Я не совсем понял. В город. Ладно, ладно, я просто пошутил. Да. Мы, короче, уже на третьей планете. Чифан. То есть вот китайцы присутствуют. Наша задача спиздить третий уже медальон. Подбери дробовик и выплюнь наконец эту жвачку. Она меня с ума сведет. Ну, хорошо. Ну ладно, пойдемте. Возьмем дробовик или что там. Так, вот новый враг появился. Ну что, давай иди сюда, говнюк. Это, короче, единственное, что он смог сделать. А, так, так. Блинами не надо с вами разбрасываться. Мне это не нравится. Что-то... Ты должен найти рычаг, чтобы открыть ворота. Где это хрена? Сварим оно где-нибудь в углу. Блин, я после КС-ки не отошел. Просто там не такая... большая чувствительность мыши, и сейчас в Сэме такая она огромная. И прикиньте, вы будете ржать, я до сих пор не знаю, как настроить чувствительность. Я почему-то найти не могу. Так, ну эти уёбища наступают. Выглядят они, конечно, стрёмно, но они лауки, конечно. Это твоя любимая двуслога. Возьми ее и давай повеселимся. Давай повеселимся. Ладно, берем двустволочку. Смотрите, даже сердце падает. В буквальном смысле. Прямо такое, как любовное сердечко. Да идите в жопу, чмошники. Ваших мамок я драл двухстолкой. Ну да, красивый мир такой. Ну, чего вы хотите?
У нас как бы следующий босс это принц Чань, я как понял, да? И как бы вот у него следующая часть медальона. И у него как раз днюха, там сколько ему лет-то исполняется. Ой. Да, противное сердечко у него. Ну ладно, у меня не лучше, у меня такое же. Давайте спустимся. Отлично, вон там лежат два узи. Возьми их и отправь этих недоношенных сенсей прямо в ад. Давай. Ну, тузишки у нас. Вот теперь начнется серьезная стрельба. Так, остановись-ка, дедуля. Что-то, знаете, я нахожусь в Чифане, и мне кажется, как будто я смотрю фильм «Час пик» почему-то. Потому что тут что-то все связано с китайцами. Вот как я знал, что он отсюда выйдет? На самом деле эти китайцы, эти смертоносные, они на самом деле лохи. Они не опасные вообще. Так, не бросаться. Все. Я спас мир. Так. Уебище. Бронюшка, смотрите. Опаньки, а это что такое у нас? Найден секретный труп кролика, убитого секретным цыпленком ниндзи. Бедный кролик. Я должен ему помочь. Все. Я отправил его в рай. Или нахуй, я не знаю. Ну ладно, все, пошлите дальше. Так, иди нахуй. Привет. Мне пришлось поставить на паузу, так как мне, кстати, позвонили. Ну ладно, вечеринка-то продолжается, по идее. Откуда Бентал берет таких разнообразных вообще монстров? Он что, всех подкупает или создает их? Непонятно просто вообще. О. Сколько у нас жизни и брони-то? Круто. О, жизнь как. Ладно. О. Ну смотрите, просто идеально. И броня, и жизнь вообще. Супер. Ну, пауки. Ой. Что это я за пиздец вижу? Клоуны. Договорились, Сэм. Блин, а клонов-то что-то многовато. Появляется и появляется. Вообще, я когда был мелким, первый раз их видел, мне эти монстры не сильно нравились. Потому что их бывает, что, знаете, не так уж и много, но они появляются и появляются. О, ну-ка, я отойду-ка.
можно я просто уйду отсюда и все? Все, не появляйтесь. Вот так вот, короче. Короче, нам надо починить эти колеса, да? Ну вот видите, какой некрасивый клоун. Но задница у него, конечно, шикарная. Ладно, о чем ты? Нам надо запустить все три колеса. Найди три монеты и отнеси по одной в кассы у каждого колеса. Ладно, начинаем. Я, кстати, в своей жизни только один раз катался на колесе обозрения там. Но я, конечно, обосрался первый раз. Высота. Я даже от страха хотел выпрыгнуть. Так. Воу-воу. Ебать, вас что так много-то, ёпта. Я даже не знаю, в кого первого начинать. Да, блядь! Какого хера? Чё за бредятина? Я в них, блядь, целюсь ни хрена просто. Сдохните, блядь. Мудилы. Опять. Парни, отвалите от меня. Вы все равно сделать ничего не сможете. Ладно, если что, где насрать, ладно. Так, ты там что забыл? Все. Вот второе сейчас починим. Спасибочки. Какие они противные все-таки. О, одну завалили. Дамочку. Все, второе мы починили. Блять, отъебитесь от меня, пожалуйста. Все. Меня тут нету, я в домике. Вы ничего не видели, не слышали. Ай, больно. Так, мне вот это надо взять. Так, нет, это не то. Ну-ка, парни, не крутитесь. Встаньте ровно.
Все. Можешь дохнуть. Ёб твою мать! Капец! Это что за просто оргия такая у вас? Клоунская. Слушайте, я, если честно, чуть-чуть обкакался. Чувствую такой рыбный запах из жопы. О! Там золото. Ой. Шарики. Так, давайте лучше дробаш возьмем. Ой, двухстволочка. Правда, она вообще ни хера не похожа на двухстволочку. Ну так, эффективных уничтожаем. И с гранаты, из двухстолочки. Так, кто там в жопу тычет? Мне в жопу не нравится. Мне неприятно. Че, все? Ну иди, иди сюда. Ну ладно, давайте сначала тут все обшарим. Я люблю шариться. Там где-то еще монетка лежала. Да, все-таки красивая игра, вообще зашибенская. Вот вы сами-то представляете, сколько они потратили время вообще на все это. Конечно, да, если присмотреться, кажется, да не так уж и реалистично, не так уж и красочно. Все равно так-то вот в общем смотрится красиво. Да, круто. Правда, там, смотрите, мыло какое-то непонятное. Ну ладно, все, я начинаю включать себя тут ваномазы. О, это я удачно ёбнул. Только почему это не считается секретом, потому что ведь в ящике вроде бы находился. Ну ладно, все, мы все тут включили. Все, ладно, катайтесь на здоровье. А я пошел пиздиться. Похоже, мы все ближе к центральной площади. Иди дальше по улице, уже недалеко. Йо. Подобрана секретная птичка. Блин, вас много, и игра начинает лагать, притом сильно. В принципе, игра лагала еще до того, когда я сюда дошел, ну ладно. Так, УЗИ, УЗИ, точно. Так, дайте я пока обшарюсь тут. О, еще одну жизнь получил. Ой, а дедуля смотрит такой. Просто расхерачил. Чётенько. Вы посмотрите, этот китаец просто в него бежал. От страха просто. Так, я слышу охуевшего гражданина. Так, ну-ка. На. И так будет с каждым. Поняли? О, еще тут. А где эта летающая херня? Ну ладно, все, я вам помог. С вас минет. Так, ну давай, появляйся.
И так всегда, только появился, сразу дохнешь. Меня тут ты решил или наебать? О, вот это мне надо. Вообще не понимаю смысл брать вообще вот эти всякие монеты, золото. Она уже мне по идее ничего не дает. Ну будет у меня больше очков, и что дальше? Еще на них насрать. О, что это такое нашел? Ну это будет легче. Просто месиво. Просто посмотрите, как их много. Я хочу, чтобы час пик 4 именно так выглядел. Все? Все, просто всех разъебал. Я просто скилловый. А точнее СМ. Так, давай, давай. Все, 200-200. Как ни в чем не бывало. Так, спасибо, скидывайте все, что угодно. Мне поначалу показалось, что он яйца свои скинул. Ну ладно. Ой. Ладно, пойдемте дальше. У меня эта жизнь ни к чему. О, как повезло мне, да? Стойте, подождите, у меня рука чешется. Я не знаю, что делать. Так вот, теперь эти пошли каратисты. Ну все, можно я пройду просто дальше? Нет? Ну вы суки. Дайте вам гранатку. Ой, прям мне наебали. Ну все, супер ущерб закончился. Да блин, что с зигзагами своими? Ой. Заметьте, вроде бы их так было много, но жизни до хера. Так, там еще и каратисты эти мешают. На. Все. О, нифига, какие лучи тут к нам попали.